Для повышения качества капитального строительства и усиления контроля в этой сфере функции государственного заказчика будут переданы Республиканской службе единого заказчика Минстроя Чувашии. Это решение обсудили сегодня на совещании с членами правительства республики. Будем исходить из принципа: учителя должны учить, врачи лечить, а строители строить, отметил Олег Николаев. Контроль за качеством выполняемых проектных и строительных работ – прерогатива специалистов. Передача полномочий в одни руки позволит усилить взаимодействие всех ведомств структур, участвующих в процессе строительства. Кроме того, единая служба заказчика поможет организовать комплексный подход к застройке, развитию и благоустройству территорий. Если мы начинаем строительство вот такого рода объекта, значит, мы должны посмотреть, какие программы еще там действуют на территории этого муниципального образования по комфортной городской среде, по там благоустройству дворов и так далее, и так далее. И понятно, мы с вами должны создавать вот такие зоны, которые в итоге выглядят очень комфортно, качественно. Создать республиканскую службу единого заказчика планируют к началу 2021 года. Предполагается, что в первую очередь ей будут переданы объекты, строительство которых ведется в рамках национальных проектов. Инвалид не может подъехать, потому что там...